Итого, снова здрасте. Вот этот урок я посвящаю, скорее, как вокалистам, звукарям песен. Вокалистам и звукарям песен. А в нем я покажу одну простую мелочь. Как можно выдрать акапеллу из какой-то песни. Ну, более-менее чистую. Плюс также можно будет прослушать более четко ее бэки, что для вокалиста очень удобно, полезно, потому что не придется вслушиваться в песню. Объясняю на примере аудишена. Например, нам для этого потребуется что? Во-первых, сама оригинальная песня. Во-вторых, инструменталка этой песни. Допустим, вот, скачали. Это психопаспортский эндинг первый. Оригинал, инструментал. Итого, здесь вся суть в стереофазе. Наша задача. Открываем инструментал. Выделяем его. Вставляем в самый низ в эффектах. Выбираем инвертировать. То есть переворачиваем частоты. Далее берем инструментал, помещаем на трек. Вот это. Хуйнемелем. Так. Итого, вот у нас получается оригинал и инструментал. И далее ваша задача попросту взять и максимально точно соединить, ну, чтобы тютелька в тютельку была. Оригинал и инструментал, они должны абсолютно идентичны быть. Сейчас проверим. Так. Нужно также найти еще точную опору, чтобы... То есть на что можно сориентироваться точно, чтобы поставить... Задача их максимально точно состыковать. И тогда вы добьетесь акапеллы. Включать по определенным причинам я не могу. Итого, далее. Правой кнопкой по треку. Bounce new track. Соединить это все стерео. Ждем. И вот у нас, по сути, получается вот это уже, ну, сравните сами, по графику просто даже. Так, оригинал. И то, что вышло. Оригинал, то, что вышло. Далее. На припевах, ну или вообще там, где присутствуют бэки, где слышны. Чтобы услышать их более точно, четко, мы... Выделяем этот кусок. Effects. Central Channel. И до предела вот эту вот ручку сюда делаем, а вот эту сюда. Жмем ОК. Ждем. Ну, пока сразу объясняю. То есть звукарь сможет точнее услышать, какой ревер стоит на песне, эффекты. Возможно, поточнее сможет услышать на чистой акапелле. А вокалист точнее услышит, как нужно исполнять ее и какие должны быть бэки. Например. Ну, вы поняли. И по такому примеру, собственно, сами это все делаете. Файл сохранить, файл save as, сохраняете и все рассылаете вокалисту и бла-бла-бла. Надеюсь, все понятно. На этом все. Подписывайтесь на канал.